500. 4000. 4000. 2500. Футбольный клуб «Тобол» и Гражданский альянс Кустанайской области провели первый в своей истории благотворительный аукцион. Игровая форма футболистов уходила с молотка прямо в руки преданным болельщикам клуба. За 13 футболок сезона 2011 развернулась нешуточная борьба. И старый, и млад, все хотели заполучить желто-зеленую амуницию. 6000. Молодой человек в зеленой куртке. Раз. 6000. Два. Ух ты, сколько. Давайте так, 6500. 7500. 8000. Те, кто не смог попасть этим вечером на центральный, наблюдали за ходом торгов посредством видеотрансляции на сайте «Тобола». Что касается рейтинга популярности, то самой дорогой футболкой оказалась экипировка кустанайского воспитанника Ермека Куантаева. Немногим в цене ему уступила футболка другого кустанайца Алексея Малышева. 7200 там. 7000 раз. 7500 раз. Так, 20 у нас. Сейчас мы все вместе смотрим. На десерт организаторы аукциона приготовили для участников совсем раритетные вещи. Первая из них – футболка Филиппа Клапки, вот уже год как вернувшегося домой в Чехию. 5500 раз. 6 раз. 6500 раз. 6500, я вам даже скажу, там 8000. 2 и 8000. 3 продано. Вторым сувениром стал футбольный мяч с росписью футболистов «Тобола» образца 2008 года. Дарил нам Жумаскалиев этот мяч. Итак, я хочу услышать сумму 5000 тенге. Довольные победители не скрывали своих эмоций и вовсю демонстрировали приобретенные майки. Несомненно, новый футбольный сезон будет встречен именно в этих футболках. В ходе акции организаторы собрали для помощи подшефному «Тоболу» мальчику 90 500 тенге. Благотворительность – это не только помпезные приемы, приуроченные к большим праздникам. Это и вот такие небольшие акции, радующие не только болельщиков клуба, но и согревающие душу нуждающемуся в помощи человеку. Идея сплочения ради помощи нашла интерес и поддержку со стороны любителей футбола. Будем надеяться, что подобные аукционы станут доброй традицией кустанайского футбола. Олег Кунгуров, пресс-служба футбольного клуба «Тобол». Спасибо вам огромное. До свидания.